Правым шагом к здоровью идут доктора. Так торжественно в зале Дальневосточного государственного медицинского университета начинается фестиваль «Спорт. Вторая профессия врача». Участвуют в нем студенты медицинских вузов Дальнего Востока России и их коллеги из Китая. Всего 140 человек. Каждый из них уверен, что эскулапы должны быть подтянутыми и бодрыми. Мне пригодится спорт в моей жизни, потому что после тренировок я чувствую себя обновленным, знаете. Это мой антистресс. Поэтому для меня лично это вот необходимая часть моей жизни. Спорт – это прежде всего поддержание себя в форме, это здоровье прежде всего, а медики заботятся о своем здоровье, как никто другой. Врач – это в первую очередь не только лечащий препаратами, но и оздоровительная физкультура. В современном обществе у нас очень мало людей занимаются спортом, особенно я как педиатр. Нужно вовлекать детей с самого детства в спорт, вовлекать их в физкультуру, оздоравливать их таким же даже способом. Будущая профессия врача, да, она как бы способствует тому, что врач не должен быть неспортивный, потому что спорт и физкультура – это мы все знаем, что это путь к здоровью. Доказывают, что врачи спортивные на баскетбольной площадке. Доктора из Харбина схлестнулись с коллегами из Благовещенска. Представители Поднебесной смотрелись уверенно. К этим соревнованиям подошли со всей серьезностью. Мы специально готовились. У себя в университете в Харбине мы собирались в спортзале, отрабатывали броски, бегали. В общем, мы готовы. Медики будут состязаться в течение 2 дней. В программу международного фестиваля «Спорт. Вторая профессия врача» входит много дисциплин. Мы проводим 9 видов спорта. Баскетбол, волейбол, гиревой спорт, теннис, шахматы, настольный теннис, многоборье, ну и так далее. Победители по видам спорта едут на финал среди медицинских вузов России, который пройдет в этом году в Казани. Быть здоровыми и заниматься спортом желают всем Павел Игошин и Василий Ермаков. Программа «Настоящее время».